Вот мы и прибыли, наконец, в Красноярск. Красноярск – тот самый город, в котором у нас сегодня будет заключительный концерт нашего дальневосточного тура. Концертов не так много, на самом деле, но ощущение, что мы уже полгода катаемся по нашей необъятной России. Но сегодня Красноярск, сегодня... А, концерт у нас, кстати, завтра. Чего я тут стою и ренью? Вот чемоданчиков столько же, а вот пакетиков становится все больше и больше. Я решил сегодня заснять наш приезд на железнодорожном вокзале. Что-то язык заплетается, хотя уже далеко не утро, уже вообще вечер. Заснять приезд на вокзале, потому что я не знаю, смогу ли я заснять здесь что-то еще. Если у вас есть какие-то предложения, куда здесь можно сгонять, какой здесь, может быть, есть остров, может быть, какая-нибудь достопримечательность, на которую вот Мордвину обязательно нужно сгонять, вы напишите, пожалуйста, а я буду рассматривать внимательно ваше предложение. Ну все, мы попрощались со своими чемоданчиками. Они от нас уехали, но мы надеемся, что мы их снова увидим когда-нибудь. Вадик снова угнал мой желтый чемоданчик, очень он ему понравился, прям при любой возможности он сразу хватает его. А вот каким-то таким Красноярск видят все те, кто приезжает на поезде сюда. Вообще у нас времени, оказывается, вагон. Мы сегодня, значит, концерт у нас сегодня нет. И завтра у нас концерт только вечером. 19:00 по местному времени. И разница во времени тут, кстати, изменилась. Теперь мы немного ближе к Москве, и у нас разница 4 часа. Это уже, знаете, уже поближе мы к родственникам. Потому что, честно, ей-богу, вообще, мы засыпаем, они там просыпаются. И наоборот. И так весь тур. Не связаться с ними, не созвониться. Ну, а вот мы входим в Красноярск уже. Спускаемся по ступенечкам. И вот он, город. Вот он, красавец. Как видите, вот там далеко-далеко горы виднеются, холмы. Такая здесь тоже неровная местность в Красноярске совсем. Видимо, вот это наш сегодняшний садковоз. Серенький сегодня, не беленький, не по райдеру. Привет. Привет. А вот мой желтый чемоданчик. Желтый чемоданчик здесь, значит, я правильно пришел. А вот за окошком площадка. Тот самый Гранд Холл Сибирь. Где-то там ушел. Вот здесь мы завтра будем петь и плясать. И обратите внимание, бац, а вот уже и гостиница. То есть завтра мы вообще никуда не едем. Просто в тапочках. Прям выйдем на сцену. Прям в номере переоденемся. И все. Можно будет в антракте пойти в ванную принять душ. Ну что, добро пожаловать в гостиничный номер заслуженного Мордвина России. Я уже, конечно, здесь зашел. Видите, чемоданы уже здесь стоят. Ну вот, собственно, вот так у нас встретил Красноярск. Буду сегодня здесь вдоль и поперек лежать. Здравствуйте, здравствуйте. Окошечко есть, это хорошо. И вот такой вид открывается из окна. А, да, мы с этой стороны и приехали. Вот там какой-то у нас стадион. А концертная площадка получается с другой стороны. Я думал, что окна будут на концертную площадку, и я буду перед концертом любоваться, как зрители приезжают к нам на концерт с цветочками счастливые. Вообще иногда такая возможность появляется, когда гримерка где-нибудь выходит на парковку, там, где люди приезжают и из машин выходят, все такие нарядные, счастливые в ожидании концерта Садко, в ожидании праздника, и прям интересно смотреть на людей, которые наконец-то дождались. И вот в Красноярске тоже дождались, и уже завтра мы будем здесь впервые петь и плясать, ну, как группа Садко впервые. Кстати,
Здесь, видите, козырек. Можно, если я не найду, куда съездить здесь на аттракционы, можно будет выйти через окна, если они открываются, на этот козырек. Наверное, так никто не сделал. Вот, выйду на козырек, меня заберет полиция и покатает меня по городу. Я и город посмотрю, и они мне все расскажут и покажут все самые заповедные потаенные места. Красноярск, здравствуй.